Так, с этого я уже шкуру снял. Еще один бежит. Нормально. Друзья, подписывайтесь на канал Топор Бандита, канал по прохождению игр с интересной озвучкой. На его канале вы найдете прохождение таких игр, как Dark Souls 2, Skyrim, Dead Space и многое другое. Заходите на его канал, ссылки в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и продолжаем играть в Far Cry Primal. Так, мы в прошлой серии немного побегали. Тут поотвоевывали всякие аванпосты. А теперь поиграем немного в наше основное задание. Так, побежали. Вот тут уже кто-то воюет. Сейчас мне по-быстренькому разберусь. Так. И отключайте вот эту анимацию того, что он собирает. Это очень долго и тратит время. Легче просто так поставить. Опять то же самое. Так. Ага, понял, тут наших двое. Так. Чё, блин, откуда вы взялись-то? Так, где еще? Так, готов. Так, это мой? Мой. Не попал. Да блин. Вот и все. Так. Вроде бы здесь больше никого нету. А, есть. Так. Да ты что, блин, дурак? Залазь давай. Вот и все. Блин, убегают от меня. Да что? Ты чё разлегся так? Ну, можно как-нибудь пнуть, что ли? Вроде как-то неприлично. Так, так. Так, соберем. Вот, отлично. По-моему, первый раз мне полная. А, ты чё, самый умный, что ли? Еще один. Чё, напарники? Так, блин, как тебе... Вот. Нашел подход. Так, с этого я уже шкуру снял. Ну, еще один бежит. Нормально. Так, изготовление. Мешок охотника. Параметры. Можно нести 3 приманки, 12 кусков мяса и 12 кусков жира. Конечно же, мы это делаем. Так, перья. 2 пера мне нужно. Где бы его взять? Где мне взять перышки? Ну, думаю, походу разберемся. Живописненько тут. Ну, немного зеленых цветов добавить бы было бы неплохо. Так, принять. Хозяин зверей. Удам. Так. Нажмите Z. Ваша сова может отмечать противников. Давай. Фу, какие руки грязные. Так. Туда. Тар. Удам вантар. Воу-воу-воу. Так, вот они.
аборигенчики. Понял, нам туда. На чем мне с ними делать-то нужно? Убить их просто и все. Это не проблема вообще. Так, нет, подожди-ка. Я хотел кое-что попробовать. Не так. А, вот. Нет, не это. Не это. А. Блин, у меня нету их. Вот этих. Для пчел. Все, один остался. Куда побежал, блин? Далеко не уйдешь ведь. Так. Так они волков убивали, что ли? Ну вы твари. Живодеры. Обыскать, конечно. Так, а теперь используйте мясо Q. Так, понял. А, вот мясо. Приманка, только у меня ее нету. Где мне взять мясо? Так, нужно какого-нибудь зверечка замочить. Да что? Арсария, Лашбурги. Так. А, вот. Блин. Мне нужно какое-нибудь животное, чтобы мясо добыть. А, вот еще кабанчик. Блин, что-то они со мной не хотят дружить. Так, ну с копьем, я думаю, ты не справишься. Так-то, вернитесь в зону задания. Хорошо, бегу я, бегу. Так, вот кровавые следы какие-то. Так, приманка. А, вот, мне ее просто изготовить нужно было. Круто. Так, удержите вы, чтобы использовать зрение охотника. Идите по кровавому следу. Так, вот. Где, блин, дальше? Ага, вот. Вот сюда, 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 сюда. Вал Шанти. Сюда. Ну, пойдем. Лап. Так, приманка и приручение зверей. Изготовьте приманку, нажмите колесо мышки, чтобы метнуть приманку. Пока зверь ест, медленно подкрадитесь к нему и нажмите Е. Нажмите Б, чтобы увидеть, какие зверей вы уже приручили. Понял. Так, вот. Волчара. Так, подходим. И приручаем. Ты потише. Я ж тебе друг. Вот, отлично. Добавлено в меню зверей. Прекрасно, у меня теперь есть волк. Отлично. Так. Прицелитесь и с помощью правой кнопкой мыши и нажмите G, чтобы дать команду. Если ваш зверь ранен, подойдите к нему и удерживайте Е, чтобы восстановить его здоровье. Если зверь погибнет, его можно оживить в меню Б. Отлично. Так. Ctrl. Понял. Круто он бегает за мной. Так вот.
Так, наводимся вот так мышкой, а потом... Отлично. Круто. Вот, красавчик. Так. В этом меню можно подозвать какой-либо зверь и отпустить того, что уже следует за вами. Некоторые навыки хозяина зверей дадут возможность приручить новых животных. Отлично! Чё? Блин, я думал, напал кто-то. Так, 34 новых жителя. Чё у нас там по заданиям? Ваша деревня. Ну давай в деревню. Отлично, мы в деревне. Отдыхать они... О, уже ночь. Так, быстро захватывайте сигнальные костры. Да без проблем. Так, это что? Ты чё тут? Ну давай, говорить. Айшкауха дамшамас, улашвай швайда, винджа ча тичая. Так, понял. Ваша деревня в безопасном убежище для винджа. Нажмите Х, чтобы открыть меню деревни. Понял. Открыл. А, у меня шкура оленя, мне нужна шкура оленя. Понял, сейчас принесу. Так, что такое? А интересно, ночью олени водятся вообще? Это что за кастрюля? Барабан. Так. Надо посмотреть на карте, где тут олени есть. А ночью не показывает. Ладно. Пойдем так походимся. Надеюсь, что быстренько найдем. Так, это что, наш зверь? Да, это наш волк. Так, и где-то слышно оленей. Кабан. Так, один кабан. Хотя нам кабан не нужен, но все равно. Вот олень. Готов. Шкура оленя. Где-то еще есть, на всякий случай. Возьму. Да ладно, блин. Побежали обратно. А, нет, бежать обратно нам не обязательно. Ой, чуть не понял. У меня все есть, а как улучшить? Так. Ладно, побежали обратно тогда. Может, обязательно нужно к ней подойти? Так, кто там был на заставке? Да, точно, вот туда нам и нужно. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Отлично. Да отойди, блин. Встала здесь. Так, улучшить, конечно. Так, хижины сейлы улучшены. Награда, задание собирать сейлы, навыки собирателя, рецепты, тайники, каждые 1500 опыта. Понял. Так, это что? Так, сланец, тростник, шкура мамонта, численность. А пещера, что тут? Пещера Такара. О, можно прямо сейчас улучшить. Отлично.
все улучшаем. Отлично. Навыки выживания, улучшение лука, улучшение дубинки, бомба с пчелами, 1500 опыта. Прекрасно. Подвинься, шкура. Так, теперь улучшение. Нужен камень, пыль с южного камня. Где бы мне это взять? Изготовить. Отлично. Бомба с пчелами есть. Мощная дубинка. Она у меня уже есть. Так, навыки. О, ничего себе. Низкий старт. Скорость движения, пригнувшись, увеличена. Это, конечно же, нам нужно. Без остановки. Теперь позволяет бежать бесконечно. Скорость бега увеличена. Прекрасно, это нам тоже нужно. Улучшенная регенерация. Наполняется ячейки здоровья, будет восстанавливаться намного быстрее. Тихий бег. Значительно снижает шум. Блин, не хватает, что ли? А, нет, нужно сначала то открыть. Так, ладно. Это что? Снятие шкур. Сразу две. Снятие шкур. Снимает шкуры с большинства животных, вы будете получать дополнительно 2 единицы мяса. Давай. А теперь 2 шкуры, и вот. Дополнительное здоровье. И все. Пока хватит. Теперь, что у нас там по заданиям еще? Это у нас что тут? Пещера Такара. Хижные сейлы. И шаман Тинсей. Так, нам сейчас... Эти задания, по-моему, они всегда активны. Да. Так что не обязательно их сразу выполнять, я думаю. Да слезь, идиот. Так. Не полная. Так, ладно, пойдем тогда к Тинсею. Посмотрим, что нам скажет больной старик. Шраш, шраш. Бау шаугас, винжа ису диджам, ма самквай дауса. А, дайва дамши, хакрапи шайю кваяка. Так, и что ты мне предлагаешь? Хижина Тинсея. Улучшить. Ну давай. Напрягает меня тут. Бальсаю, бальсаю. Обожаю! Смаркака! Так, хижина Тинсея улучшена. Отлично. Так, а дальше... так. Крюк у меня все еще не появился. Выполните задание Мастер Вуки, чтобы разблокировать этот предмет. Поговорите с Сейлой, ну давай. Что она хочет от нас? Блин. Пошла ты. Ну давай. Numas palhur winja guasham. Tidam shayau gar saila. Takar guasham. Guasham ha guarpati pachas. Tu guama parshai. Haita chawa su chaudam. Nu, aquí está. Mi jan has ha guasham.
Chaja Marwa Udam Waidam. Si shao sinachan. Si warjakwa. Ti. Удам. Нормальная дубинка. Все, хватит. Вали отсюда. На следующий день. Деревня Винджа отлично так развивается, скажу я вам. Так. Что у нас там теперь по заданиям? Ближний бой. Дубинка быстро... Быстрое оружие, с помощью которого можно поразить несколько людей одним ударом. Копия медленное, но мощное оружие. Ну да, конечно, медленное. Наносящий удар прямо перед вами. Копье более эффективно, если их метать. Ну, это да. Удерживайте, затем отпустите, чтобы провести мощную атаку. Да, без проблем. Сейчас я с ними разберусь. Не боись, женщина. Ага, вот они идут. Че, решили меня атаковать, да? На тебе, падла! Ой, блин, промазал. Волчара, ты на месте, помогает. На тебе. Хо-хо-хо. Это что за сальто было? Блин. Так, нафиг. Красавчик. Мой волчара. Так, как его вылечить-то? Лечить зверя. Вот. Красавчик. Так, внимание, вернитесь в зону. Понял. Возвращаюсь. Обыскать. У них может быть что-нибудь полезное. Пещеры, ворота разрушены, воины удам вышли. Я вам сейчас войду, блин. Так, а я все ждал. Когда они атакуют деревню-то? На тебе, падла. На тебе. На, падла. Все? Кто еще? Где еще? Вот, вижу. Так, вот еще. На тебе. Что было? Яд вас могут отравить пчелы и змеи, а также гнилостные испарения окружающей земли народа. Но в конечном счете эффективно говорят, что где-то можно найти рецепт противоядия. Так, ты меня отравил. Это был ты? Чё, сломал дубинку? Оу, осторожней, ты чё? Да вы чё, блин? Так, это мой волк умирает. Так, давай быстрее. Лечить, конечно. На тебе, тварь. Чуть моего волка не убили. Так. Чё, еще где-то? А, вот ты где, урод. Будешь знать, как... Блин, отравил опять. Красавчик. Хороший мальчик. Так, отлично. Чё, опять что ли пришли? Да вы издеваетесь. А, блин. Так, волчара. Надо накормить его, так. Да без проблем, сейчас я их уничтожу. Так.
Да блин, не падай только. Так, тростник не нужен был, кстати говоря. Так, мой волк идет. Так, давай быстрей. Да все, а нет, не все. Молодцы какие. У меня уже настоящая армия. Так, бежим, бежим, бежим. Блин, вот крюк бы мне реально не помешал бы. Ой, блин. А, все, ладно. Так. Сейчас по-быстренькому их осмотрим. Где они? Вот туда еще нужно. Не попал. Ладно. Ну блин. Тварь. Че, где-то еще? Нету. Бежим, бежим, бежим. Волка и направлять не нужно. Он, кстати, сам атакует. На того, на кого я нападаю. Блин. Ну ничего себе, они еще они близко, блин. Я уже сколько за ними бегу. Так, вот. Бросайте камни с помощью Т, пригнитесь с помощью Ctrl, если вас обнаружили, прячьтесь. Да, сейчас, подожди. Так, вон там кто-то есть, там есть. Так, это что мне нужно, разрушить? Так, уничтожьте все костяные деревья. Да без проблем. Так, сейчас горит и все. Так, а, блин, черт, лечиться давай. Так, тот сгорел, этот горит. Давай поджечь, конечно. Так, где, где? Не вижу. О, вот он. Чё? На тебе, на тебе. Круто, его с ног сбили. Так. Ну, блин, молодец. Тебя просил вообще слазить отсюда. Так, сейчас. Так, больше никого нету здесь? Или есть?
Все, волчара с ним почти разобрался, да? Нет? Все. А че он там лазит-то вообще? Ты че? Ты видел, где твои ноги вообще? Еще один. Все, спи. Тут еще есть. Да блин. Вот зачем ты ушел? А, все. Нападение там завершено. Отлично. Так, что там дальше? Так, это наша деревня. Удам Гуанта? Удам Мари. Уль. Атикуайфа. Апа. Лайвам Хая. Ну и черт с ним. Гварпати. Гнев Улла. Инджа Самсам Сошта. Так. О, что-то вас так много. Пропавший Винджа, нажмите M, чтобы открыть меню. Пропавший Винджа, обладавший уникальными умениями, последний раз видели в подмеченных областях. Следуйте Урус и верните их искусственные Винджа. Так, да что такое? Вот раз, два, три. Там какое-то солнце еще появилось. Но у меня здесь задание есть, подождите. А где мой волчара? Не понял. У меня же был волк. Не понял. А, он, походу, не появляется, пока я в деревне, понял. Залезь, давай. Вот, молодец. Так, что ты тут взаимодействовать? О, нет, 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 только не глюки. Блин, ну кто меня просил-то? Такари, суна. Мишаю алути фадата. Бал, бал, пафетал, урусу. Квай ква шраба. Шаю нава садада. Сайф, наба сухаяята. Шунта, гуар бухата. Най, ти ебал бал. У мии пафитал дав. Квай бал бал. Туса башмас. Че это твой укропчик мимо прошел? Тишаю саква такар. Ма. Айс пафита. Ната салвай. Макам. Так, новые глюки. Ага, значит, мы будем приручать мамонта. Или я сам стану мамонтом, кто знает. Ну, отлично, я реально мамонт. Дуэль зверей. Это кладбище, блин. Бежим.
нас кто вообще? Че? Дух носорога, иди сюда, носорог. Я тебе падла. Куда ты делся? Ну давай. Мочи его. Блин, такой мама. Блин. Бежим давай. Ты, конечно, умный и перемещаться умеешь. Иди сюда, падла. На тебе. Всех на шампу. Так, где дух? Туда пошел. У меня хоть здоровье восстанавливается, это радует. Бежим, 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 бежим. Ну и что ты там засел? Что ты предлагаешь мне спуститься без тебя? Ладно. А, вот еще на сроке. Это он сам сделал. А это уже я сделал. Иди сюда. Блин. Ты тоже, падла, иди сюда. Да не убегай ты. Вот и все. Так, понял. Ну давай, блин. Хватит убегать, придурки. Вот и все. Давай, спускайся и дерись как мужчина. Че ты как качковая кобра, блин. Пойдем сюда тогда. Что ты будешь делать? Он иногда сам по себе поворачивает, этот слоняра тупой. Так. Ну что, появляйся уже давай. Достали уже. Хватит убегать. Ой, блин. Ой, идиот. Все, ушел. Что такое? Так, все, давай появляйся уже. Или нет? Бегаю. Нужно восстановить здоровье. Ага, если получится, конечно. Так, давай, 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 бежим. Вот этот один. И все. Будем надеяться.
всех убил, на тебе пинка назад. Блин, ну куда ты убегаешь? Где ты? Куда мне? Так, я пришел оттуда, по-моему. Эй, ты чё? Под тяжка нападаешь-то? На тебя. Вот и все. И давай. Урод. Да, такая экшн-камера с воздуха. С квадрокоптера снимали по-любому. Все, надеюсь, глюки закончились. Дуэль зверей завершена, отлично. Это меня радует. Так, ну все. Что там у нас теперь с навыками? Так, это что? Сова атака. Нет, атака мне не нужна. Сова бомба. Так, сова может бросать на врага бомбы с пчелами. Приручение кошачьих. Нет, приручение кошачьих мне не нужно. У меня пускай лучше останутся волки, намного лучше. Да. Так, ну все. Остальное продолжим в следующей серии, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.